трансляцию, что-то не отпускает меня Mass Effect. Сразу извиняюсь за фоновый шум, я открыл окно, а то у нас задохнуться можно. Надеюсь, со звуком все нормально, сейчас проверим. Ну, вроде неплохо, не знаю. Если меня еще игра не будет заглушать, то вообще просто супер. Ну-ка, сейчас проверим на музыке. Так, ну как? Звук раз, раз, два, три. Блин, раньше, кстати, музыка в ковиде так не орала, по-моему. Ну-ка. Раз, раз, два, три. Блин, раньше, кстати... А, ну отлично, все, ребят. Живем. Сейчас я кое-что это еще настроить забыл. Хочу вывести сейчас трансляцию на телевизор, чтобы смотреть, если будут какие-то фризы, лаги, хотя не должны. Вчера было все идеально, только меня почему-то никто не сказал, что звук был довольно тихий. И мне пришлось выкручивать на полную, чтобы, ну, действительно нормально себя слышать. Сейчас, секундочку, ребят. Пока что наслаждайтесь этой замечательной музыкой из первой части. По-моему, из первой. Ну, похоже на эту. Вот, на Eden Prime. Так. Что у нас с непрочитанными сообщениями? Так, надо с Гарусом поговорить, он наверняка переживает. Так, сейчас я проверю, как там это все звучит. Секунду. Не могу отделаться от ощущения, что звук довольно тихий идет на трансляции, но, возможно, видеокарта, которая шла, звуковуха, которая шла в подарок с микрофоном, немножечко не справляется. Но, с другой стороны, все равно звук лучше, чем был намного. Так. Давайте заглянем. Черт, я все-таки хочу сначала слетать, почтить память погибших вчера, когда мы начали игру. Так. А, еще мне здесь дико нравится исследовать планеты. Research projects. Platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Probe away. В общем, вот эти, скажем так, поиск ресурсов, все эти ресурсы, они нужны для прокачки корабля перед финальной миссией. Probe away. Не знаю, меня она что ли успокаивает даже, ну. Знаете, такая прям релакс игра. Зондо... Блин. Спутников вот только плохо, что не хватает. Сейчас мы всю эту планетку вычистим до основания. Так, это что там у нас? Ну ладно, хоть так.
Сейчас что-нибудь еще полезное найдем. О. Launching probe. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Launching probe. Вообще жалко, что от такой системы отказались в Андромеде. Там как раз пустых планет полно. Чё бы этим и не позаниматься. Так, сейчас. Надо затариться по полной, чтобы потом не мучиться. А то, если топливо закончится, то могут, короче, пойти в ход ресурсы на обратный путь, и это все очень может плохо закончиться. Ну, и даже по крупицу будем так собирать. Так, ну только что же видел. Блин, ради такой ерунды не очень хочется собирать это все. Ну ладно, оставим эту несчастную планету, истощенную уже, в покое. Сейчас мы еще... Сейчас. Я хочу сначала ее хорошенько так изучить, а затем уже можно будет приземляться. О! Круто. Жалко, нулевой элемент не попадается, но потом можно будет купить карту с точками, где богатые запасы и залежи этого элемента. Так. Вот, совсем хорошо. Я прям доволен. Так, ну думаю, мы уже достаточно здесь поживились. Давайте приземляться. Так. Такие мелодии меня очень... Какой-то вот страх такой на подсознательном уровне внушаю. Хм. Неплохо, кстати, шлем выглядит с такой раскраской. Я просто обычно в Церберовский не бегаю, но раз уж они дают нам ресурсы, нужно соответствовать. А зачем мне пистолет? Здесь же врагов, по идее, не будет. Короче, в общем, здесь надо собрать все жетоны.
И заодно поностальгировать, насколько была прекрасна первая часть. Ну, сюда можно, кстати, установить памятник. Я его в другом месте поставлю. Ну, перелезай. О. Вообще, мне нравится здесь дикое разнообразие планет. Вот непонятно, как жетон оказался в ящике. Реймонд Танако в нем прятался, что ли, или что? Вот еще жетончик. А, это каюта Кайдена, который в нашей вселенной погиб смертью храбрых. Эх, хорошо, наверное, что он не дожил до того, что с ним ей сделали в третьей части. Так, где жетон? Я помню, но сейчас потом выберем место все-таки. Вот он, я его чуть не пробежал. Вообще, конечно, виды очень клевые. Вот почему в современных играх настолько не заморачиваться с разнообразием локаций. Оп. Спрятался, смотрите где. Десять из двадцати, идем дальше. Все по кругу, наверное, отбегать. Эх, Мака. Номанд по сравнению с ней. Ну, такая хрень, такой запорожец, ужас просто. Вы бы видели. Вот сюда, наверное, памятник и поставим. Не очень, конечно, понятно, что это за развалины, но... Клевый, кстати, памятник. Я бы хотел такую небольшую статуэточку. Ну, такую хотя бы себе на стол куда-нибудь или на полку. Жалко, что BioWare не озадачились сделать такую. Я думаю, было бы довольно несложно. Это, я так понимаю, записи Пресли. Вот, насколько клёво тоже вот. Просто прочувствуйте, что в первых двух сообщениях он возбухает, что Шепард тащит кого угодно на свой корабль, инопланетян и так далее. В общем-то,
довольно шаткие ведь отношения с другими расами в этой игре на данный период времени. А в итоге он готов отдать жизнь за любого из экипажа. Хороший мужик был Пресли. Сейчас посмотрим, где еще жетончики валяются. Вон, вижу один. О, я свой шлем старый нашел из первой части. Круто. Он в каюте будет лежать. 14 из 12. Еще 6 жетонов нужно найти. А я наверняка где-то пропустил их. Вот, вот как я мог его пробежать? Также и жетоны наверняка пропустил. Хорошо, они хоть подсвечены. Блин, не туда поставил. Ах, я вон туда хотел очень поставить. Точно, я забыл, что там такое место есть. Сейчас я его покажу. Вот. Вот сюда его надо было, блин, ставить. Я не догадался. Ну чё Джокера-то вспоминать, он же не умер. А вот и жетончик один лежит. Осталось два жетона. И вот сейчас их искать это самый гемор. Хотя вон один стопудово. Второй может возле челнока где-то. А, нет, стоп, смотрите. А это нулевое время, блин. Последний жетончик, где ты? Еще рано уходить. Мы последнего не бросим. Шепард, да не пыхтит это. Чуть-чуть пробежался, уже пыхтит, как будто на 9 этаж поднялся, или 10, или 11, или 12, или 13. И так далее, до бесконечности. Блин, вот где я прошляпил один жетончик? Вроде ж везде уже побывал. Здесь нету какого-нибудь радара или... О, стоп. Кажется. Кажется, сенсор что-то засек. Ага. Это они молодцы, чтобы здесь не шариться. Понятно. Судя по всему, это подсвечен шаттл. Ага. Ну, а там, скорее всего, жетон, который я пропустил. И где же я его упустил?
Ну, здесь я был. Блин. Что-то у меня такое подозрение, что туда уже не пройти. Ну, а тогда где он, блин? Вот здесь, что ли, на самом верху? Давайте попробуем забраться. Ну, Шепард, да. Ох уж этот Шепард. Ну, тут дальше не подняться. Черт подери. Ох. Вот поэтому я решил поскорее отделаться от этой миссии. Может, где-то в центре. Ну, давай, ты что скользишь? Стопудово он где-нибудь на видном месте, а я не замечаю. И наверняка уже даже попадал в кадр. Вот. Попался. Это тот, который я сначала пропустил. И где он лежит? Вот он. Все. О, привет. Нормально все со звуком, я чуть-чуть подкорректировал его, чтобы было погромче. А то вчера что-то мне никто не сказал, что было тихо. Так, ну что ж, можно покидать это злополучное место. Эх, блин, снежок. Кстати, вот что прикольно, даже снежинки не такие же, как вот в первой миссии были, другие текстурки. Да, прям такие большие хлопья, а здесь что-то светящееся. Не слышу разницы, вчера так же было. Серьезно? Блин. А ты через что слушаешь? Через наушники или через колонки? Просто... Через наушники было нормально, да, но когда я включил колонки, у меня, ну, звук совсем тихий был. Приходилось выкручивать на полную, чтобы слушать. Через мобилку и чё, серьезно, нормально? Прикольно. Так. Commander, you've received a new message at your private terminal. А что там? А это чувак, которого мы вчера спасли, нас благодарит. Браво, Хакет. Ну хорошо, выполнили доброе дело. Потом покажу шлемак, который мы нашли. Короче, совет, делай выход на максимальную громкость, не переборщи. А кому надо, сделаю тише. А я так и сделал, но мне кажется, знаешь, тихо за счет звуковой карты слабой. То есть, может, просто она не тянет громче. Потому что вчера было на 15, и сегодня я выкрутил на 90, а разницы нету. Это как-то, ну, не круто. Можно попробовать, конечно, усилить голос через ОБС, но... Ну, в микро, вот, допустим, я говорю, разница есть? Морден's psych profile warned of hyperbehavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway,
How may I help you, Commander? Серьезно? Серьезно? Нифига себе. Блин, ну каждый раз так тянуться неудобно. Наверное, как-нибудь тогда по-другому его потом закреплю. Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Надо навестить, пожалуй, Мордена. Как он тут обустроился? Плюс мне теперь доступно улучшение. Ближе подвинуть. И он слишком в камеру тогда влезет. Но я даже не знаю. То есть, ну... разница не сильно большая будет. Но вот я ближе подвину. Лучше. Сейчас мы с тобой будем настройкой заниматься полстрима. Так, улучшение брони мне нужно. Камеру переставить. Ну, я потом уже тогда этим буду заниматься, но раз ты говоришь, разница есть, тогда будем это исправлять. Панцелин. 500. Давайте исследуем. Так, и... Не-не-не, это что такое сейчас было? Почему он... сразу выключил. А, ну окей. Сам послушай этот момент на водах, поймешь, о чем я. Я прямо сейчас послушаю, погоди. Проверка, проверка. Я прямо сейчас послушаю, погоди. Проверка, проверка. Да, да, чувствуется разница. Чувствуется разница. Ладно, учтем, будем что-нибудь придумывать с этим. Так, что за прототипы у нас? Боеприпасы к тяжелому оружию. Пусковая установка. Давайте боеприпасы. Я все-таки с этой фигней бегаю пока. А для корабля модификация... недоступно, нужно дофига платины. У-у-у. Будем еще кучу времени собирать. Так. Блин, кстати, кронштейн офигенный. Он, во-первых, качественный, что удивительно. Я думал, там какой-нибудь, ну, так... ну, такая, знаешь, хрень даже на ощупь будет. Нет, он действительно клевый, он новенький, ни единой царапинки. Очень подвижный, очень удобный. То есть, прям вообще супер. Я им очень доволен. Да и крепеж весь качественный. Вообще просто. Посылка пришла идеальная. Так, это оружие, ну-ка. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track, and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific, or are you just checking in? Ладно, хрен с ним. Будем с ним как друганы общаться. I'd like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. X-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug, too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. Не, ну ты смотри, это, зарплата ж пришла, так что почему бы и нет. Тем более, блин, он... ну мне весь набор обошелся в 2300 по скидке. То есть, ну... тут, я не знаю, микрофон-то сам он стоит в районе вот как раз... тысяча с копейками, и кронштейн, ну, тоже 1000. Плюс шнур. Если хочешь, я потом тебе фотку ВКонтакте скину, посмотришь, но он действительно мне очень понравился. Причем тут, в общем-то, в комплекте шел вот такой вот, такое крепление, но плюс еще паутинка, что очень круто.
Ага, сейчас скину. Ребят, погодите минутку. А то я потом просто забуду. Кто нас смотрит еще? Так. Вот Бхагавама. Где у нас там Бхагавама? Кстати, пришел мне за 10 дней. Что вообще круто. Потому что Колин микрофон, он до сих пор на таможне, и непонятно вообще, что с ним, что там, как будет дальше. Так. Причем он заказывал на неделю раньше, чем я. Что самое смешное. Сейчас. Ну, тем не менее, я посмотрел в другие города, по России приходит еще раньше, бывает. Но не дольше 15 дней. Хотя вот он заказывал у другого продавца. То есть, в этом может быть дело. Того продавца сильнее шмонают, но сколько можно там? Наверное, просто его микрофоном уже кто-то пользуется. Так. Все, я тебе отправил ссылку на продавца. Там как раз сейчас еще и скидка идет. Но ты уж это, последние штаны не продавай, чтобы его купить. Хотя мне очень не нравится, что у него это, типа, ограниченное время сейчас. То есть товар заканчиваться начал. Когда я заказывал, этого не было. Это я так, на самом деле, на тебя давлю, чтобы помочь продавцу подзаработать. You make no apologies for doing what you had to. I admire that. I couldn't go back to the Alliance, not after the cover-up. They did the same to you. General public never knew you were dead or heard the real story of the Citadel. Did you know they used you on recruitment ads? You were the human ideal for like 6 months. Then they replaced you with a composite image they invented. Guess you didn't focus test right. You were actually the Alliance poster boy, and they still dumped you. На самом деле, я не очень хорошо отношусь к Альянсу, но... Черт возьми. We'll rub it in their faces when we save their hides again. Sounds good. Add that to the list of reasons to make it out alive. Besides not wanting to die. Again? Fair enough. I should get back to work. Good talking to you, Shepard. Так, ну окей, с Джейкобом поболтали. Я что-то Мордина проигнорил, хотя он такой балабол. С ним общаться довольно тяжело. Ну-ка. Во! А, блин, это то, что у меня установлено, черт. Я думаю, это можно прокачать. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular, very helpful. Best setup I've seen since work with special tasks group. Ну что, мне вот так вот сидеть, что ли? Да ладно, и так нормально слышно, не переживай. Я всегда бубню, даже не в микрофон. Я говорю, просто нужна звуковуха помощнее. Ну я, блин. Вот Бхагавама. Сейчас я его буду грызть вообще. Ну, не знаю, короче. Так лучше. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with plague. Left him. Я думаю, я его... Just in case. Can't be too careful. Also, tired. Сам ты. Noisy. Never used them in STG. Сучка. Tell me more about the Solarian Special Task Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Ну так что, лучше или нет? Я потом после стрима его как-нибудь вот так подвешу. Чтоб он в камеру не лез особо. Хотя, может, и так нормально. Так. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess. Have to rely. Ну хорошо, значит так пока и пусть и будет. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar.
Given goal, told to accomplish. Better funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. You said you were in the special tasks group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk... Ну, кстати, за свои деньги микрофон вообще отличный. На голову. Помнишь ту звуковую карту, которую я показывал? Вот ее бы приобрести... I worked with an SDG captain named Kirahi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeier. Heard Kirahi died on Vermeier. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. А, блин, Кирахи. Вот минус того, что я сейчас начал со второй части. Некоторые незначительные квесты, но все равно приятные. Они не перенеслись в мою игру. Nice talking with you, Morden. Сейчас бы, в общем, если там, по-моему, можно этого Кирахи спасти и потом его встретить. Я, скорее всего, зеленую Азарийку сейчас не встречу. Посмотрите, как у нас Двиган. Шикарно выглядит. Так. Ну-ка, а что там? Как дела у Джокера? Или потом к Джокеру? Потом зайду к Джокеру. Так. Куда бы нам отправиться дальше? Сейчас обследуем эту планетку. Кстати, вечерком, может быть, Маша с нами сегодня будет стримить, так что приходи, посмотришь на настоящих няш. Помню времена, когда вообще подчистую эти планеты, блин, зачищал. До последнего вообще минералы. Салфеток приготовишь? Ну хорошо. Тактику готовь. Тактику. О. Так, вот это сейчас соберем, и можно отваливать. Так, помчались отсюда. Еще и топливо почти закончилось, обалдеть. А, опять тратится. Так, что у нас тут? Завербовать преступницу. Ага. Проект «Властелин», «Цитадель». Блин, вора я попозже. Это мой любимый квест. Я попозже на нее пойду. За Кроганом, блин, тоже попозже пойду в последнюю очередь. Ладно, чем раньше няшечку Джек мы завербуем, тем лучше. Сейчас надо Миранду с собой взять, чтобы они друг друга бесили, сидели. О, нет, я лучше возьму Заиды и Гаруса. А мой голос, кстати, тогда звук игровой-то не заглушает? Или звуки и диалоги нормально слышно?
Так. Я лучше вот это, пожалуй, прокачаю. Так, у Гаруса, вообще ничего не прокачано. Почему монстров? Сейчас я тебе вообще покажу лучшую задницу в галактике. Ну, как Гарус равномерно получился. А, блин, не покажу, я же Миранду не взял. Ну ладно. Потом как-нибудь увидишь. Ну, блин. Моя немножечко не дотягивает до самой лучшей в галактике. Только в местном скоплении. Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high security vessel, you need to relinquish your weapons before we proceed. Иди к чё. На полюсе. Ну, может, и на полюсе. Не напоминай мне о нем хотя бы, блин, в выходные ты что вообще это? I'll relinquish one bolt. Where do you want? Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirill, and this is my ship. Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. I'm not surrendering my gun. Period. Какие страсти. Our facility is more than secure enough to handle three armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the fund's clear, you can be on your way. If you'll follow me to our... Спасаем, короче, сейчас няшечку из плена. Блин, я думал, они за Иду узнают. Cell block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Это, короче, космическая тюрьма. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. Опасно, безумно и сильно. Все, как я люблю. Я первый раз, когда проходил, все думал, кого же романсить, Джек или Лиару. Ладно. Let's get on with this. Have there been escape attempts? We're in space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. We have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds from Cerberus cleared. Our processing is straight down this hallway. Just keep going past the interrogation rooms and the Supermax wing. Не доверяю я этому ублюдку. Ох, я ему не доверяю. Ладно, пошли за нашей красоткой. Фига там мордует чувака. Is there something I can do for you? There's no excuse for beating a prisoner who can't fight back. This is a massage compared to what his victims went through. Ладно, что я буду наемников учить, чтобы они были выше этого? This isn't my business. Glad you understand, sir. Hey! Hey, guys, over here! Let me ask you something. If you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me.
Gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. Почему это он с нами передумал идти? Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw, mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys here. I should go. Wish I could go. Пошел он нахер. Только если его на мясо куда-нибудь скидать. Это что за Ганнибал Лектор? I hear the screaming in my head. It's nice. Yeah. Ох, ё-моё, мужик. Ну ты безумец. Я так понимаю, нам сюда. Our processing is through the door on the far side of the room. Ну, все, я вспомнил, что сейчас будет. My apologies, Shepard. You're more valuable as a prisoner than a customer. Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed. Вот за это я их сейчас всех перехерачу. Go to hell. I'll send you there myself. Activate systems. Блин, плотно полезли. Фига меня снесло. Че это было? Собака, 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 блин. Псин, ненавижу этих. Тоже мне робопёс, блин. Робопёс, робопёс. Малыш робопёс. Ну-ка, пошли к чёрту. Ох, чуваки, вы пожалеете, что со мной связались? Ты куда... Блин! Что-то у меня Шепард как-то перестарался выпрыгивать. А где Батыр? Он убежал, что ли? А, он убежал, нифига себе. Так, это что за черт? Техник в меня стреляет. У них даже техники вооружены, что ли? Ну-ка, открыли. Сейчас мы увидим Джек. Няшечку Джек. Клевую задницу вы сейчас не увидите, но кое-что поинтереснее точно. Пошли, надо ей помочь. Ну, в общем-то, скорее она нам поможет. Хренада там беснуется. Обожаю ее. Так, Том по мне там стреляет.
Так, 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 не упустить его. А, блин, это заключенный был, черт. Он бы мог мне помочь. Ах ты гнида. А вот моя самая большая и нелюбимая проблема. Заид, ну куда ты полез? Засранец. Отлично. Сейчас эта станция вообще, мне кажется, развалится. Ух ты. Я, кстати, это тело не находил. Чисто ради интереса сейчас полез посмотреть, что там есть. Есть ли вообще что-нибудь. Блин. Шикоза. Так. Фига там криги. Пока там всех убивают. Сейчас всем хедшоты понаставим. Блин, еще один. Вот ублюдок. Шепард, не высовывайся. Вот дерьмо. Я, он охренел сквозь эти преграды. Да, ребят, это не весело. Сраный мех. Беги, Шепард, беги. Дерьмо. Гарус, блин, не в тех стреляешь. Отлично. А сейчас я вам, ублюдки, задам. Блин. Давай, давай, высунься. Джек,
Эк, он что, выжил там? Живучий, смотрите, какой гад. Ладно, пора убираться с этой станции. Так. Отлично. А, блин, я забыл про этого ублюдка. Valuable shepherd. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. Как шаман король. I can recapture Jack. Not happening. You're a two-bit slave trader, and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy. Сейчас я ему покажу благо галактики. Так, надо щиты ему сбить, и тогда он будет слабый, как котенок. Блин, мне бы щиты попрочнее. Надо мотать на цитадель. Что-то я как-то... Очень опасно я вылез. Зато этот ублюдок теперь беззащитен. Ха-ха, получил по жопе. А теперь ты... Курил. Firing eye impact shot. Can't get a lock. Can't reach the target. Can't get a lock. Дынь. Сдохни, ублюдок. Ты там не отсидишься. Отлично, Гарус ему вообще башку там снес нафиг. Короче, у Джека очень серьезные терки с Цербером. Поэтому заполучить ее в свою команду будет довольно тяжело. Ну, в смысле, доверие ее заполучить. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? This ship is going down in flames. We can get you to safety, and we're asking for your help. We could knock her out and take her. I'd like to see you try. We're not gonna attack her. Good move. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Join my team, and I'll do what I can for you. Don't make promises you can't keep. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. I'll give you full access. You better be straight up with me.
С ней шутки плохи, я не буду ее обманывать. Тем более поднасрать лишний раз Церберу, это дорогого стоит. Так. Ох, духотища. Сегодня, наверное, еще жарче, чем вчера. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda. О, все, сейчас начнутся терки. Да. Почти 30. Дождь обещают, но что-то на небе не облачко. Miranda will let you into the system. Let me know what you find. Hear that, precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold. Or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way. Ути-пути. Так. Пойду успокою Миранду, а то она... Сейчас, небось, очень расстроится из-за такого отношения. А куда Джейкоб делся? Он обиделся, что я его никуда не беру, что ли? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Cerberus obviously has your loyalty. How did you get involved with them? I suppose you've earned the right to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. У нее отец полный ублюдок. Created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive men believe in a greater good. They see the bigger picture. And I feel like I have a purpose here. В общем, ее модификация заключается в том, что она более вынослива, дольше будет жить. Она, наверное, ну, где-то лет 150, может, протянет. Ну и, в общем-то, биотика усилена, что это довольно круто. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Marin. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is, you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Надо пообщаться с ней. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used by your Где father. Где ты это уже слышал? By Cerberus? Maybe. You like are who you are, Marin. That's easy. The difference is, you were great before we Your spirit That's and personality. Kind of you. I'm not sure I believe Может, мне это дополнительные очки накинет. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal.
Just another reason I had to get away from him. Давайте еще раз. About yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. You are who That's you are. The difference is you were great before we your were. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Блин, очки светлой стороны мне не дали. Did you hear? Another colony went missing. Ferris Fields. Ferris Fields. Что-то я слышал о них. Didn't Hadley have a brother stationed there? Yeah, he's taking it pretty hard. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now? No, it's a weepium. You crack open the bottle. I'll get the glasses. Ну как она сразу повеселела. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. Дженкинс — это вообще первый погибающий член Нормандии на первой же миссии в первой части. To Jenkins, to Presley, and to Alenko. May they never be forgotten. Ну, почтили память погибших. А, Шепарда как повело. Ну, тут он от одной рюмки, так. И... Нифига себе. Так, блин, мужик, я эти морепродукты пока не купил. Потерпи. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy. Ну, эта броня неплохо на нем смотрится. Не то, что на Миранде вчера. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission. That's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? After the Normandy was destroyed, most of us went our separate ways. C-Sec asked me back, but I turned them down. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Cerberus. Хотя, знаете, сейчас, наверное, отправимся за Касуми. Ой, заодно на Цитадель. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. Надо отомстить этому ублюдку. He drew me away just before the Mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega. Мы найдем его, бро. Я обещаю. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Так. Блин, мне нужен мой костюм. Но я не уверен, стоит ли. А, стоп. Пойдем, ребят, порадуем. И заодно к Заиду зайдем. А, ну и Джек надо же проведать. Я что-то в ППХ забыл о ней. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed.
Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillion 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Yeah, с удовольствием сыграю, ребята. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillion 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. So worth losing to see you taken down a notch. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. Отличные ребята. Так. Как там наша Джакуля? Hey. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. If they're helping you, that's good enough for me. Don't be my buddy. You need me to kill for you, I need you for these files. Let's leave it there. Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just need it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places. What happens when you find what you're looking for? I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. The galaxy's gonna be a lot emptier when I'm done. Я могу это допустить. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. You think about this a lot, don't you? I go to sleep with this. I wake up with it. Everyone I kill, I pretend it's the ones that did this to me. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate. Я подумаю об этом. Live like a king. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. Потом. When this is done, we'll either be dead or out here in space with this ship. Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. And all the mayhem and fighting I could want. What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I should go. I should go. Yep. Она более позитивно настроена, чем я помню. Что там у нас за Идом? А он еще и следит за нами. Негодяй. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jesse. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillion Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Сейчас заедет. Что у нас тут? А, точно, мусор. Прикольно сделано. Или это переработка, короче. Thinking about past missions. Got a minute. You might learn something. Ну-ка что? Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. Ну, прикольно так его байки послушать. Oh yeah, that's a model of the Varrican. Turian frigate, hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission.
independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planetside. Жалко, мы не у костра вообще такие байки слушаем, было бы еще круче. Так, что у меня в каюте сейчас, посмотрим. Так, пора, наверное, музыку поменять, а то она уже начинает надоедать мне. Мордина я переодеть не могу, а Джек... А Джек могу. Вот, кстати, шлем, который мы нашли. Ладно, я думаю, пора навестить цитадель. Почте. Нет у нас сообщений, но хорошо. Жду не дождусь, когда мы прилетим на Юлун. Я просто его обожаю. Просто отпад. Так, я возьму с собой двух няшечек. Так, не, притяжение мне нафиг не надо пока что. Так, а Миранда чем порадует? Давайте деформацию ей вкачаем. Kasumi. Got problems with collectors? Try Kasumi's credit services. Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Good to have you along, Kasumi. You ready to go? I travel light. I've already slipped my things aboard your ship. I'm really glad you're helping me out with the heist. Can't wait to see how you look in formal wear. I have a feeling you know something I don't. They didn't tell you? And they call me secretive. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it. And I'm planning to get it back.
What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. Говнюк еще тот. Но ничего. And I think you're gonna love it. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. Ну, мне понравится. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Касуми милаха. Так. Ханары трепятся, стоят. Слушайте, а я и забыл, что они бывают узорчатые. Я думал, они чисто фиолетовые. Так. I'm sorry, sir, but I'll need you to remove any biotic amp you might be wearing. Can I help you, sir? No, thank you. Just passing through. Next. Obviously, security has tightened since you were last here. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. I was only mostly dead. Try finding that option on government paperwork. We need to get that cleared up for you. Why don't you talk to my captain? He's just beyond the scanners on the right. Oh. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. No, sir. I can handle it. Бейли. I see the problem already. Старина Бейли. My consul says you're dead. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done? That'd be great. Done. You're good to go. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost specters is still kicking. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the specter's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, кстати, да, and money да, you надо need сейчас по торговцам get. Пробежаться. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? How'd you end up working on the Citadel? I started with the Alliance way back when, but the traveling was killing me. It's a shitty life if you're trying to raise a family, seeing your kids every 6 months. I joined CSEC so I could stay in one place, put down roots. You like life here on the Citadel? Life here is good. Hell of a lot different than life back on Earth. I miss the food mostly. You just can't get sockeye salmon on the station. You ever get back there? Earth, every couple of years, less and less all the time. But when I finish my stint with CSEC, there's a nice little place in the foothills I'm going to retire to. Not that I'm retiring anytime soon. I should be going. You need anything else, let me know. Так, ну ладно, ребят, сделаем сейчас небольшой перерыв и продолжим. Так, минут 10, наверное. Так. Так. Блин. Вот так лучше.
Так, ну что, мы продолжаем. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. Since these stores are owned by the Council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness, I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the man who defeated Sarah? You are Shepard? My goodness. The increase in sales would Интересно, что было бы, если бы я подошел к ней, когда меня восстановили. Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Excellent. I will get my clerical VI to add it to our advertising immediately. Так. О, космический хомяк! Берем. Рыбки. И модели кораблей. Отлично. Давайте этому тоже рекламу надиктуем. I hear this is the best place for food on Zakara Ward. Еда. Берем. Кстати, что это такое? Выглядит, кстати, аппетитно. Ха-ха, прикольно, кстати. Слушайте, я эту пасхалку не видел. Дрю Карпишин. Если что, это, короче, создатель самой этой вселенной. Основной сценарист, вот. Интересно. Их потом можно где-нибудь прочитать потом? Я что-то просто не помню такого. This is the best place for food on the whole damn Citadel. Так. По-моему, внизу было что-то интересное. О, посмотрите, это потрясающе. Я бы хотел, чтобы, ну, я не знаю, у меня обои так выглядели. Ну, когда-нибудь лет через... 40-50, может, это вообще в норму войдет. Что стены будут такими голографическими. Ну, посмотрите, как это круто выглядит. Так, а что тут у нас интересного? Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Это, кстати, волосы. Мерзкие торгаши. You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. Прямо в Наруто захотелось поиграть. Или посмотреть. Так, я не понял. I'm sorry. I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit chit. Arrest her. Вот сейчас вы увидите, насколько мерзкие эти волосы. Stop and take a deep breath. You're mocking me, Earth Clan. Just because the Vault Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. You say you're falsely accused? Walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn chit. You ran into each other outside the Serta Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure. All I know is I didn't take it. You say she stole your credit chit? She must have. When I left the Serta Foundation store. She ran right into me. Fonda Serta. I'll see if I can find out what happened. Sir, this is a C-Sec matter. We'll do all we can... all we can to resolve this. You don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go.
Be careful out there. Чё там фонда? Не хочу по всем магазинам бегать. Citra Foundation. Ну-ка. What do you think, Michael? Good day, citizen. Welcome to the Citra Foundation outlet on Zakira Ward. I couldn't help but notice. Сейчас ей пропихнем тоже рекламу. With respect, the foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know what would make your services more popular? An endorsement from the man who defeated Saren. Oh my! You're Shepard, aren't you? I would be glad to give you my employee discount if you would do that for us. It's a deal. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Мне вот интересно, что потом чувствуют все эти бедные продавцы, которых Шепард наебал. Так, а теперь... Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on... Avolus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? And not that I saw. He didn't purchase anything. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. Нифига там... Я панцелину лучше возьму. Пригодится. Напомню же эти все равно фиговые. Сколько тут толкоров, что-то раньше не замечал никогда. Так, давайте этого тоже обманем. Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. Hanar в маразме. Я бы хотел на это посмотреть. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point and go nav interfaces anyway. You wouldn't believe how often I hear, why's the ship turning around? We're only halfway there. Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled, but I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store. Ну, короче, Шепард настоящий жулик. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Так, ну-ка, стой. Ah, my favorite customer. What can I get you? Avolus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Отлично. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. А, отлично. У меня еще и денег не хватает. Дерьмо. Ладно. Пока что мы бомжуем. Блин, посмотрите, как красиво. В Андромеде такого не увидишь. Да, почувствовал руку в карман. Щетя напинаю, тварь. You forgot your credit chit at Saronis Applications. The clerk is holding it for you. Oh, well, the Quarian could have stolen it. I'll close his event report. But I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you into bankruptcy. Are you too serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it. Now, just a minute. And you, she gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? Да попробуй. You think you're gonna run in a former Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Отсосите, ублюдки. I wish I could give you something more than words. Can you take care of yourself from here? I guess. I mean, most nights I eat nutrient paste in a Turian shelter. But I'm surviving. Thanks. Ну, хорошо. Тут говнари наехали на нее. What can I get you? Так, пойдем
по барам, что ли, прошвырнемся. И надо бы Андерсона навестить. Ну, Шепард, ну ты чего такой усталый? I heard that those lakes up on the Presidium are filled with fish. Кроганы в платочках, это так мило. No, they're not. You ever been up there? No, CSEC won't let me. They say I'm a risk. Кошка, ты чего там ругаешься? Иди сюда, я тебя потискаю. Стасень. Ну, иди сюда. Давай, присаживайся рядом. Ну, тебе пути. Вот тебе пути. Какие мы тут пришли, пушистые. Сейчас опять весь шерсти буду. Так. Тут у нас, я так понимаю, в основном клубная зона. Ну-ка. Have you tried Galaxy of Fantasy yet? I love that game. Что-то я такого не помню. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. Жаль, что нельзя воспользоваться, было бы интересно. А, темная звезда. Фиг с этими диалогами. Время для танцев. О, да, да. Шепард, Шепард. Ну ладно. Поговорим с этим. Hear about anything interesting going on around here? I serve drinks. You want to know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. I want the strongest thing you have. Easy enough. Надеюсь, этот меня не траванет. This is... It's green. And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're Dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Anything else? Давай нажрёмся вообще. There you are. Всё. Хватит меня. Чёрт, я теперь... Это, короче, алоэ, который Коля глушит постоянно. Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den, anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. Ну да, поприятнее заведенце. Хотя танцовщиц мне не хватает. В туалете будет труп какой-нибудь валяться, наверное. Reminds me of a latrine in purgatory. Seven guys came at me, guards and prisoners. Split one's head open, snapped the spine of another. But I was slow. They got me. Later on, I got them, one by one. Джек Милаха. Я извиняюсь за положение камеры, просто я еще кошку тут тискаю. Вот, а как же кошечку-то да не потискать? О! The people want to hear your story, Shepard. Kalisa been seen in Al-Jalani, Westerland News. I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. You presented your case very well on camera.
Вы себя потом плохо вели себя. What? So you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're bad, you're news. I just want to give your story its due. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your wounds. Миранда из камеры ушла. You told Admiral Hackett to assist the Destiny Ascension, costing hundreds of human lives and securing the continued dominance of the Citadel Council. The Turians lost 20 cruisers. Figure each had a crew around 300. The Ascension, the Asari dreadnought we saved, had a crew of nearly 10,000. But surely the human cost. The Alliance lost 8 cruisers. Chenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seoul, Cape Town, Warsaw, Madrid. And yes, I remembered them all. Everyone in the 5th Fleet is a hero. The Alliance owes them all medals. The Council owes them a lot more than that. And so do you. Удел просто. Commander Shepard, first human specter. Hero of the Battle of the Citadel. Check vid. We get it? Great. Bull rushed on my own. Ну это было трогательно. Так, ладно. Отправимся в президиум. This meeting would be more productive if Udina was to join. Я что-то впервые вижу, как Алкор идет. But as his top advisor, I speak with his full authority and approval. Shepard will be here and... Oh, Commander, we were just talking about you. It's been a long time, Anderson. I hope the last couple of years have treated you right. There have been some rough spots. It's good to have you back. We've heard many rumors surrounding your unexpected return. Some of them are... unsettling. We called this meeting so you could explain your actions, Shepard. We owe you that much. After all, you saved our lives in the battle against Saren and his Geth. Saren wasn't the one commanding the Geth. It was the Reaper, Sovereign. Хотя им беспокоиться долбить. The immortal race of sentient starships allegedly waiting in dark space. We have dismissed that claim. Shepard, no one else encountered the hologram on Ilos that told you the truth about the Reapers. Only you and your crew ever spoke with Sovereign. I believe. Ну что это, все равно свидетели есть. From another source, the others think Saren was behind the Geth attacks. Go back to Ilos and talk to Vigil, or just look at what's left of Sovereign. It's obvious the technology is more advanced than ours. The hologram on Ilos is no longer functional, and we have found nothing to suggest that Sovereign was not a Geth creation. The Geth are capable of remarkable technological achievements. This is probably why Saren recruited them. This Reaper theory proves just how fragile your mental state is. You have been manipulated by Cerberus, and before them, by Saren. I kept Saren from conquering the Citadel. I sacrificed human lives to save this council. We are in a difficult position, Shepard. You are working for Cerberus, an avowed enemy of the council. Продажные политиканы. Capital offense. That's too far. Shepard is a hero. If Councillor Udina were here, he wouldn't let this whitewash continue. Допустил бы. Maybe there is a compromise, not a public acknowledgement given your ties, but something to show peripheral support. Shepard, if you keep a low profile and restrict your operations to the Terminus systems, the Council is willing to offer you reinstatement as a Spectre. I accept your offer. Good luck with your investigation, Shepard. We hope for a quick resolution and a quick end to your relationship with Cerberus. Засунули себе голову в задницу. Well, that went better than expected. You realize the Council's offer is just symbolic. They won't actually do anything. Even if they don't help, I might as well stay on good terms. True enough. Don't worry about the Council or the Alliance. Кошачья пузяка. I'll find some way to keep them off your back. Yeah. Shouldn't be too hard. As long as you keep to the Terminus system. Кошачья пузяка. Anderson, we need to talk about... Shepard, what are you doing here? Че какая разница, что я тут делаю? Stop by to see how Anderson was doing. You don't have to cover for me. I invited Shepard here to speak with the Council.
We just finished our meeting. You went to the council behind my back. Do the words political shitstorm mean anything to you? I'm here because the fate of humanity is at stake. That's what you should care about. All you soldiers think alike. You charge headfirst into a problem with no regard for the long-term consequences. And going behind my back does nothing to help our position on the council. Maybe it's time the Alliance found me a new advisor. Do you really want people to know your advisor arranged a deal without you? You can say you knew all along, or you can explain to the Alliance how you want to replace me for doing your job. You don't leave me much choice, but I know this game. I'll tell the other counselors I'm on board. Better hurry. Fickle bunch. Quick to forget their friends. Goodbye, Shepard. I hope you'll go back to the Terminus systems soon. It would be better for all concerned. Вот он, крыса. What an ass. As bad as Udina was before, he's 10 times worse now that he's part of the council. Better him than me, though. And he's done a good job promoting Alliance interests with the Citadel. You haven't forgotten how you got here. The rest of them, they're buried in procedure. Some of that is necessary. This place, the scale of it, doesn't hit you even when you're standing in it. But crack the files on interspecies relations, there's no end. We don't need an outside threat, Shepard. The balance here seems like it's fragile enough. How have the last couple of years treated you? Working for Udina isn't how I planned to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting is a good fight, right? Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the Collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line, that's got to be yours. What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. Ну ладно. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. Нахер, Цербер. You can't trust Cerberus. Ну, стол клевый. Я на секунду подумал, что это стоят велотренажеры какие-то. Так. Убираемся из этой бюрократической ямы. Все, что я хотел, я здесь пока что сделал. Надо слетать помочь Заиду, кстати. Commander, you've received a new message at your private terminal. Вот пидор. Но жалко, я не могу его найти, пристрелить. Так. Ладно. Так. Пойдемте выполним миссию Заида. Интересно все-таки, правда, куда этот-то уходил? Да, Сень. Блин, нет, Касуми потом помогу. Оставлю на закуску. Так.
Раз уж мы тут, почему нет? Ну что за мурмя? Да, тут скудненько действительно по ресурсам. Все, больше ничего не будет. Ну, немного иридия захватим. Все. Так. Зайду, вроде Джек понравился. Возьмем на миссию Джек. И тут все скудно. Хотя планетка все равно выглядит симпатичной. О. Так, ну и все, и хватит. Надо заодно сохраниться, а то что-то как-то... Или Касуми взять? Не, возьму Джек. Что у нее есть? Мотыга, конечно. Так, а у меня что там? Да, пока скудновато. Уже плохо помню эту миссию, но вроде там какой-то заводец. А вот и засада. Ага. Это что за поселенцы валяются? Или это рабочие? О, пыжак побежал. Пыжак, не подходи.
Не подходи. Ну, вдруг он меня укусил, я заболел бы бешенством. Классно улетело. Да, да, ты так думал. Отлично. Фига себе. Ты че, еще живая? Не вставай. Чем он крут? I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid six of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes, every time I sighted down on a target, every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. Хорошо сказано. Bring it on, you son of a bitch! Красивая планетка. Интересно, что здесь за колония расположена? Я так понимаю, человеческая? А не просто какой-то рандомный завод стоит. Я думаю, что он что-то вырабатывает для колонии. Заид Масани, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. What was that? Gone nearsighted old friend. Burn, you son of a bitch. Ха-ха! You just signed your death warrant, Masani. Какие-то пустые угрозы. Ты ведь его пытался уже убить. Чё ты несёшь? What the hell are you doing? Opening the gate. Next time you're gonna blow something up, I want to know about it first. Vito was confident, had a lot of men. Now he's lost the home field advantage.
If we keep up the pressure, no way he's getting out of here alive. This isn't the time. We'll discuss this later. Once Vito's dead. Странно, что нету варианта похвалить его, потому что, в общем-то, я согласен с его тактикой. Он, конечно, немножечко перестарался, ну, немножечко. Но... Тут уж ничего не попишешь. Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. Vito's wounded. How fast could he be? Vito's smart. We stopped to help these people, and he'll use this time to get away. And if he gets away, I'm blaming you. Я бы хотел их спасти, но к черту. Мы здесь не за этим. Glad you see it my way. No! Help! No! Да что ты орешь? Беги просто и все. Физическая модель тел просто офигенная здесь. Чё, дверь закрылась? Зараза. Нифига. Так вот эту дрянь надо бы проучить. Такие вообще визги. Мне искренне жаль этих людей, но мы не дадим этому ублюдку сбежать, иначе он просто вернется и снова их возьмет в рабство. Пусть уж лучше хоть часть их выживет. Ну да, неплохо. Ну, не долгайтесь, ребята, убежали. Вот это место ненавижу. Правильно, я это место ненавижу. Но вообще с огнеметом там бегать была не самая лучшая идея, пожалуй. И сейчас меня в начало игры... А, не в начало игры, окей. I'll bring this place down around you.
меня бесит, что он не сразу прыгает. В третьей части такая шикарная отзывчивость. И перезарядка очень долго. Я понимаю, что надо прокачивать, но... Здесь что интересного? Ох, ядрен батон. Как она сейчас застонала? Джек, отойди. Сколько вас тут? Ой-ой-ой-ой. Так, вот это совсем плохо. Прекрасно. Джек, да отойди ты. Чертов робот. Наконец-то, блин. Отвратительное место, на самом деле. Пойдем посмотрим, что там. Ух ты. А тут, наверное, путь, чтобы это... выключить... ну, перекрыть вентиля. О, все. Это круто. Оно того стоило. Я, конечно, не очень хорошо поступил, но... другого выбора не было.
Так. Ладно, я думаю, мы пока остановимся. Я пойду позавтракаю, поделаю дела. И вечером часов в 8 мы начнем стрим. Я думаю, мы начнем с Маши, потом к нам присоединится Коля. Так что до вечера. Всем, кто смотрел, спасибо. Фолловьте нас. Ну, все дела. Надеюсь, вам понравилось.